Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать, наконец-таки, не Алену Швец. Интересная песня, недавно в ТикТоке наткнулась и поняла, что я слышала ее совсем давным-давно. Песня называется «Формалин» от группы Флёр. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле? Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Она не придет, ее разорвали собаки, арматуры забили скинхеды, ломился предательский лед. Ее руки подготовлены не были к драке, и она не желала победы. И теперь я буду вместо нее. Она плавает в формалине, несовершенство линий движется постепенно. У меня ее лицо, ее имя, свитер такой же синий, никто не заметит подмены. Теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И перед тем, как разбирать эту песню, скажите, как вам мой новый маникюр? Песня сама по себе несложная, простые аккорды, и тут интересный бой, точнее перебор, точнее щипок в правой руке, но об этом чуть позже, начнем с аккордов. Первый аккорд, аккорд у нас ДМ, зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую и третью струну на втором. Следующий аккорд, аккорд у нас А. Мы зажимаем с вами уже третью струну на первом ладу и четвертую струну на втором. Далее мы зажимаем с вами аккорд Фа. Оставляем четвертую струну, но переносим на первом ладу с третьей струны на вторую струну пальчик. Вот у вас. То есть такая интересная схемка. Вот ДМ, А, Фа. То есть везде четвертую струну у нас остается на месте. Далее у нас с вами идет аккорд G. Мы зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Это у нас с вами были аккорды куплета. В припеве немножечко другие добавляются аккорды. Вместо А делаем АМ, то есть там просто четвертую струну на втором ладу. И вместо G играем GM. GM мы зажимаем следующим образом. Ставим первую струну на первом ладу, зажимаем. Далее третью струну на втором ладу и вторую струну на третьем. То есть все вместе у нас получается следующее. DM, A, G, D. Это у нас в куплете. В припеве же DM, A, Fa, GM. Вот такая вот связочка аккордов у нас получается. В принципе, там ничего сложного нет, главное быть внимательным. Теперь, как же что где играется? В куплетах у вас есть несколько вариантов, как вы можете это играть. Вы можете играть мягкий удар вниз, в плане, вот что подразумеваю я под словом мягкий. Мы играем как будто на арфе, просто удар вниз. То есть при этом наш большой пальчик делает такой мягкий трунь. А не вот так вот бить, да, чтобы у вас был сразу звук от всех струн. Нет, мягко трунь. Можете так попрактиковаться. Можете взять систему переборчиков, кто не знает, что такое перебор или арпеджио по-другому. У меня на канале есть целый видос, обязательно посмотрите. Там же мы играем вот так вот. То есть всеми пальчиками по струнам. То есть у нас большой палец отвечает за четвертую струну, за третью струну отвечает указательный, за вторую струну средний и безымянный за первую струну. И получается вот это вот. Трунь, трунь. Как будто такое волнообразное движение у вас должно быть. Интересная штука, попрактикуйтесь. Вне зависимости, что вы возьмете, мягкий удар вниз или вот такой вот рисунок, мы это все играем один раз на один аккорд. То есть у нас получается так. Она не придет, ее разорвали собаки, арматуры забили скинхеды, надломился предательский лед. Ее руки подготовлены не были к драке, и она не желала победы, я теперь буду вместо нее. Или же... Она не придет, ее разорвали собаки, арматуры забили скинхеды, надломился предательский лед. Ее руки подготовлены не были к драке, и она не желала победы, я теперь буду вместо нее. Как удобно, так и играйте. Это будет и в первом куплете, и во втором куплете. Дальше, вот в припеве идет уже по-интересному тут. Что мы тут будем делать по правой руке? Во-первых, напомню еще раз, какие аккорды у нас там. ДМ, АМ. Фа и GM.
То есть аккорды у нас поменялись. Поменялся рисунок правой руки. Здесь мы возьмем любимую штуку под названием ум-ца-ца. Это раньше так играли, особенно блатные песни. Как мы ее будем играть? Мы играем четвертую струну. Далее, третью, вторую, первую струну мы играем щипком вместе одновременно. То есть получается ум-ца-ца. Можете сыграть раз, два, три. То есть это такой вальсовый вариант. Раз, два, три, как бы раз, два, три, раз, два, три. Получается раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Давайте чуть медленнее. Раз, два, три, раз, два, три. Ваша задача сделать так, чтобы у вас эти третья, вторая и первая струна звучали одновременно, но при этом не вырывать их. Вот так вот делать не надо, и пальцы тем более сводить внутрь тоже не надо. То есть ударили, вот прям можете заметить, да, я как бы краешком пальца пульс, и все, и готово. А вот этот рисунок мы будем играть один раз на один аккорд, получается так. Да, вот там будет единственное на, скажу вам сейчас, третьей строчке. И на последней строчке джем мы сыграем просто мягкий удар вниз. Сейчас вы прям поймете, я сейчас все подписала вам. То есть у нас получается следующее. Она плавает в формалине, несовершенство линий движется постепенно. У меня ее лицо, ее имя, свитер такой же синий, никто не заметит подмены. Давайте, наверное, соединим первый куплетик и припев, чтобы было более-менее понятно, что мы сейчас сделали. Она не придет, ее разорвали собаки, арматуры забили скинхеды, надломился предательский лед. Ее руки подготовлены не были к драке, и она не желала победы, я теперь буду вместо нее. Она плавает в формалине, несовершенство линий движутся постепенно. У меня ее лицо, ее имя, свитер такой же синий, никто не заметил подмены. Дальше таким же образом играем с вами второй куплет и припев. Она не придет, руки были в змеиной норе, голова в осином гнезде, а спина в муравьиной куче. Буду я из более прочного теста, я достойна занять это место, я многое делаю лучше. Пошел припев. Она плавает в формалине, несовершенство линий движется постепенно. У меня ее лицо, ее имя, свитер такой же синий, никто не заметил подмены. Как-то так у вас получается эта песенка. Если у вас остались вопросы, как же, что играть, какой моментик непонятно, то обязательно посмотрите по тайм-коду, вот это все написано, подписано. Ну или же на экране пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. И, возможно, в следующий раз мы будем учить именно твою хотелку. Кто знает. Также не забывай, что ты можешь показать мне все свои укулеле старания. Сделать это довольно-таки просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов. И выкладываешь себе в Инстаграм с пометкой Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну, а если ты хочешь помочь мне в укулеле творчестве, то можешь приобрести у меня сборничек или мерч. Или задонать любую сумму на донат Алерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен им получают клёвые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.